на высоте 1650 метров над уровнем моря, защищенный от ветров, расположен Алма-Атинский высокогорный каток, первый в Советском Союзе. Чистота и разреженность горного воздуха, отличное скольжение льда позволяют конькобежцам развивать здесь большую скорость. Беговая дорожка заливается горной водой, лишенной всяких примесей. Специальные приборы позволяют следить за скольжением и влажностью льда, за силой ветра. Для всей страны передавал в эти дни Алма-Атинский телеграф сообщение о новых победах советских конькобежцев. Все газеты и журналы писали о новых рекордах на Алма-Атинском высокогорном катке.